Друзья, начинаем. Я представлю вашему вниманию одну вам известную восточную мелодию. Слушайте внимательно и дайте вашу оценку. Скажите, пожалуйста, как вас зовут еще раз? Айк. Свирельщик. Свирельщик. Тирель-свирельщик. Тирель-свирельщик. Айк-свирельщик. Если сможешь, внеси в это... В интернет. В интернет, да. Чтобы мы тоже могли слушать, когда не можем. Хорошо. Не, я скорее всего, так и сделаю. Нашелся такой умелый товарищ. Ну, ты хорошо играешь, молодец. Откуда хорошо? Я чобан, друзья. Чобан, речка. Чобан, еркейский. О, да, чобан, еркейский. Да, так, вы видели бы вчера, как турецкие мастера играли, наши хамшенские армяне. Волосы могли бы дыбом стать. Вы что играете? А вы играете на зурне, на дудуке играете? Играю, но и вот такой был друг, а большой, большой, сделанный из дерева специально. Ну, из дерева у меня вот такие только, вот такие маленькие. У него большой был ехунгий. А потом, когда закончился концерт, все поднялись на сцену, играли челенчо, значит, сарабаны, танцевали все. И мы говорили. Наша общая скальная, да? Ага. Молодец, я сегодня поставил. Это наши частушки из Турции, привезенные нами. Молодец, очень здорово. А вот с этими берегами надо там больше армян русских было слушать. Все пришли слушать. Ну, играли отменно. Ну, что за мастера, а? Вы, Тулум, слышали, что такое Тулум? Да, я знаю, что Тулум, это. Тулумджи был, слушай, Тулумджи, он так играл, ой, боже мой. Надувается сначала там что-то, да? А потом здесь прикрепляется и играется. Это Тулум. Я сам играю только на шотландском Тулуме. У тебя Тулум есть? Только шотландский. Слушай, как ты его делаешь? Или где я не делаю, я сыграю. Давай, Мик, поймина, сыграй, сейчас я отдуваю нервы. А, да, давай. Браво, браво. Вы выслушали меня. Мы сегодня праздник сделали.